Как я ударяю просто со всей силы. Время гениальности. Оу, у меня лазит прическа, это круто. А здесь две двери, надо, значит, сюда я буду. Я просто гений. Я видел, что он иностранный, но он не стата. Видать, что-то важное, раз уж в город зеркал послали агентов. Возможно, поэтому Крюгер всяко повышали охрану. У них трафик в сети вырос. Да, вряд ли Габриэль Крюгер обрадовался, когда обнаружил агентов на места прямо в центре своего королевства. Куда? Значит, королевство. Он же не король. Да нет, я... Ай! Ой, неудачно из меня паркуристка. Вообще. Так, сюда. Да, я весь стрим говорю так, сюда, так сюда. Слушай, что мне еще говорить, когда я просто беру и паркурю? Правильно. Ничего. По этим, да? Вот эта музыка, да? А, я мог бы прыгнуть прямо на него. Но он не получилось, не фартануло. О, я молюсь тебе, шли. Что? А, мне вниз надо, я думаю, что я просто молюсь. Ближайший переключатель в нескольких этажах вниз. Фейт, диспетчеры Крюгерсек говорят о происшествии в здании Олкоку. Они шат... Что значит? А, не шататься, но это неинтересно. Я просто говорю, пусть не задерживается. Чего вы? Я ей говорю, чтобы торопилась, пластик. Как ты повезгу. Он говорит: привет, земля. Да. Я просто разговариваю с трупом. Не удивляйтесь. Ой, я прям как горная козлица прыгаю. Кстати, а те, кто с дубинками, они лучше дерутся, ну понятно, как бы дубинки. Ну, ты вообще даже ударить не можешь, ты меня... Ты меня только отталкиваешь. Так. Так, на-на-на-на-на-на-на, я тебя сейчас забью, Так, ну это все, да? Ай. Да, я тпхнулась. О, кстати, приходится сделать свет сквозь сеть. Но, наверное, нарисованный. К сожалению. Я думал, что это помечено красным. А, да. Вы хотите сказать мне? Хорошо. А, это вентиляция уже. Куда ты едешь, а, обезьяна? Да куда ты? Можно мне вылезти, пожалуйста? А как мне вылезти от... Ясно. Так, там эти люди. Но они, в принципе, как я понял, слепые, да? Они меня заметили вот так, интересно. А это вообще роботы или люди? Так, ну там, по-моему, еще кто-то был, да? Чел, вот ты прям смотришь вот прям на меня, слышишь? Ты видишь меня? Хорошо. На. Точно, у меня ж ноги есть. А я-то... Что ты меня бьешь, а, дубинкой? Ай-я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 й
нельзя бить женщин. Так, я ее теперь возьму, да? Нашла переключатель. Вижу. Давай. Пластик? Пластик. Тяжелый ближний бой. АД плюс боевой... Да, я знаю, да. Боевой ближний бой? Ну это сложно. А, так, да. Ай! Так, ну так с ним. Ай! А ты сейчас сдохну. Утырок ты конченый. Так, да. Все. Куда мне нужно идти? Все? Я прошел миссию, да? Типа круг. Так, ну с ним надо просто расправиться, да, как я понял. Так, ну с ними это легко. Ты задолбал меня. Ты задолбал. Как? Как? Я ж был за укрытием. Так. Как мне с ними вообще расправиться? Сразу. Сколько я уже перебил? Шесть, восемь где-то уже. Ой, да еще и с ними надо, да? Идите нафиг. Я так уже хп-шку потеряла. Мне нужно восстановиться. Да. И упала потом. Все, задание пройдено, круто. Насколько у меня уже пройдено? Только 34? Я, наверное, до 40 добью. Я, наверное, не смогу смонтировать потом нарезку со стрима, потому что я на iPad банально не смогу скачать видео. Или либо придется в 480. Так. Так, где была хорошая картинка, я забыл уже. Вот, да, туда. Я хочу туда. Иди сюда. Вот сюда. Молодцы. А ты так делал? Да, но они с тех пор много раз обновлялись. Ну, хорошо, что я туда не пошел, я бы там и застрял. Да, ну сейчас с ними надо будет разобраться, но это изи. Отработаем за шлаг. Вызовем подмогу. А, они не стреляют, кстати, в меня, когда я с кем-то дерусь. Ну, правильно. О, вы чё, стреляете? Так, сломать, чтобы. Сейчас она взорвется. Круто. А, вертолет! Я же забыл про него. Как он, кстати, выглядит? А. Так, куда мне дальше? Ой, сейчас по мне палить, наверное, начнет. А, возреспавнюсь, нормально. Ай, вы меня сейчас.
Как вы до сих пор стреляете, пап? Так. Как же муторно все-таки добираться до одной части, к другой. А, это вот этот чел, ну хорошо. Который этот. С птицами, которым я забыл. Привет. Я тупой просто. Что на пульсе? Ты мне скажи, девочка. Я новости стараюсь много не смотреть. Там сплошь одно лицемерие и запугивание. Это мне в реальности сейчас, в наше время. Пропали две мои птицы. Я бы сам их поискал, но вижу, что уже не такой ловкий, как прежде. А ты был ловким? А чего улыбаешься? А, да, ладно. Так не... Маячки на них еще работают. Если узнаешь, что с птицами, буду благодарен. Я их найду. Спасибо. Первый маяк не так далеко отсюда. В той жопе, да? Точнее, просто в жопе. Так, просто эрату. Это так птица называется, да? Ну, хорошее название, хочу сказать, для птиц, особенно для голубя. Маяки находятся легко. Следи за повышением частоты. Или подождите-ка. А я точно птицы ловлю? У меня три убежища появилось, серьезно? Так, вот это новое, да, получается? То есть... Да, новое. Вот это я здесь... А вот здесь я не был, я надо обязательно сходить туда, будет. Наверняка они оба мертвы. Но ты хотя бы сможешь взять капсулы с сообщениями. А, так. Эрата и Талия всегда легко отвлекались. А, то есть одна птица по имени Эрата, а другая по имени Талия. Хорошо. Запомним. То есть мне нужно в этот дом. А, ну ладно, я нахожусь в этом секторе. Что дальше? Знаете, теперь он мне не таким красивым кажется, что он сейчас каким-то пустым стал, я не знаю. Здесь нету ни души. Людей вообще здесь нету, только машины и мотоциклы скриптованы. В первой части, кстати, красивее было. Ну я здесь, и что дальше? А, мне просто нужно облазить весь дом и найти Эрату, хорошо. Так уж и быть, найду Эрату. Так, это есть. Может сюда как-то попасть, я не знаю. Я просто не знаю, как мне найти Эрату. Понятно. Эрату мертв. Мне жаль. Я понимаю. Пожалуйста, возьми капсулу с сообщением, если она еще там. Да. Есть. Спасибо. Попробуй найти Талию. Хорошо. Талию и Эрату. Ой. Ему что, серьезно, птицы настолько дороги? Я... Так, да... залазишь ты постоянно, я хочу спрыгнуть, а она берет и залазит, даже не висит. Все, спидран по Mirror's Edge, поехали. Опа. Так, так, сюда, да-да-да, сюда бежим. Интересно, значит ли это, что Крюгерсек раскрыли мою почтовую службу? Или они просто стреляют по ним ради забавы? Сейчас трудно найти способ общаться на расстоянии так, чтобы этого не слышало полмира. У меня, наверное, уже целый рюкзак этих штук. Так, а вот и Эрат, ой, точнее, Талия. Талия тоже мертва. Нашла Талию. Тоже мертва. И капсулы нет. Это плохо. Она летела из
Конечно. Да. Ой, я слышал, что это какой-то обратный отчет. Опа! Так. Ну, вообще, если как передвижение, то есть нотные миссии, есть обычные. Но сейчас просто нужно бегать по крышам и искать. Альт не работает, альт не работает. А, это просто чтобы эту штуку забрать, хорошо. А, второстепенное задание, да, получается? Ты, бегущий, сюда. Что тебе надо? А, доставка, иди в жопу. Мне не до доставки сейчас. Я хочу изучить вот это убежище, которое я еще не изучал. Откуда? Я даже их не заметил. А, насрать, на них там же нету этой башни. А, ну я сейчас им жопу надеру тогда, я же не сдохну. А сейчас у меня зачесалось. Так, продолжаем. Так. Охранники тут, видите ли. Охраняют тут башню, а? Тупые просто. Ай, меня сейчас изобьют. Меня сейчас изобьют, какой ужас. А, нет. Давайте, вызывайте. Ну, эти они в ближнем бою лучше это работают. Вертолет летит, вертолет. Мне сейчас жопу надеют. Они... А, так, подожди. Все, вытаскивай, скорее. Фетка. А, они сейчас приземлятся. А, нет. Наверное, у меня галлюцинации просто, да? Ой, меня аж порезануло. Бежим, чтобы избавиться, чтобы не получить пиздюлей и чтобы не получить фризов тоже. Ой, сейчас повышена вероятность того, что ко мне зайдет бабушка. Ай! Вы охренели по мне стрелять, а? Убежище. Я почти добрался до него. Так. Теперь идем сюда. Да? Как я понял. Ой, а вот и мой новый дом. Будет очень плохо, если это оказалось старое убежище. По вентиляции можно... Оу, здесь еще вниз может спуститься. Так, я взламываю, помните? Просто ручку прикладываю, и все автоматически взламывается. Можно как-то спрыгнуть и не сдохнуть? Я не сдох, круто! Это, наверное, какая-то доставка, да? Сколько уже у меня открытый мир изучен? А, уже на 7. Так, ну теперь я буду путать эти. Так, о, кстати, они очень похожи по форм-фактору, но они... Ну это жилище, знаете, оно, я хочу так сказать, оно такое бедное. Оно микроскопическое просто, это убежище. Давайте я вам сейчас проведу рум-тур. Хоть это и не популярно, но мне насрать. Так, вот тут у нас такой балкончик, значит, есть такой... Это не просто балкончик, это терраса. Огроменная терраса. Вот, а здесь дальше у нас вход в хрен пойми что. Здесь как было... Оно работает, мне интересно. А можно это как-то активировать? Нет.
Там должен... О! Подождите, я помню, еще можно было... Вот тут у нас как бы такой лифт, да? Нужно качать руки, чтобы забираться. Кстати, а почему здесь нету кухни? Мы без жрачки, что ли, живем, да? Ясно. Ну и как бы вот весь ром-тур. Очень-очень бедное здесь все-таки жилище, можно так сказать. В общем-то, полное говно. Мне кажется, что даже вот это дырявое жилище, оно и то будет лучше. Так. Куда теперь? Получается, сюда только, да? Больше. Забег по узлу сети. Хорошо. Я думал, что с ноги. Ай. Я думал, что я добегу. Эй, подойди сюда. Что? Иди нахуй. Ай. Что-то я вдруг резко всем нужна сразу. Вот, кстати, я хочу посмотреть, что тут насчет этого жилья. Вдруг оно самое лучшее. Здесь мне очень нравится, что это типа подъезды. То есть здесь прям очень много места, прям носиться можно. Но здесь очень плохо, заход очень плохой, можно сказать, вход. Потому что здесь нужно прыгать. Представьте, ты нажрался где-то и все. Оно большое, но вот минус, конечно, с дырками в этом жилье. Так, а я могу, кстати, выбить эту дверь? Нет, не могу. Ну ладно. Не могу, так не могу. Сеть состоит из узлов. Все данные в каскаде проходят и фильтруются через них уголком. Пластик. Слос. А что такое слос? Можно в этот слос проникнуть? Нет. Я могу проникнуть в слос. Я могу вызвать лифт. Нет. Как я понял, это место очень много бегунов пробегает. Поэтому лучше, если вы обычный человек, не умеете паркурить, лучше не выходить на этот этаж, что вас задавят и забьют, и убьют. Так, вот эта штука собираем обязательно. Так, я туда не хочу. А, нет, здесь нужно... Хотя, давайте я спущусь. Заодно украду этот то ли чип, то ли процессор, хрен пойми что. Странно. Я вижу значит вторжение в сеть, но не вижу, кто это. Явно мастер. Это вышка. Ну, все, я... торгового центра игрушка. Я вам сейчас жопу надеру, слышите? Это не стат. Нет, это откуда-то из города. А чё вы такие сильные, а? А, меня сейчас убьют. Меня сейчас убьют. Меня убили. Это самая тупая смерть в мире бегунов. Так, ну это я взламываю при помощи силы мысли, да? Берегись датчиков. Кстати. Что, кстати? Контрольное устройство. Сервера можно у вас что-то там украсть, какие-то процессоры? Я просто это процессоры коллекционирую. Как вы мне предлагаете? Здесь прям, я не знаю, может в Minecraft на RTX играть в 360 FPS на максималках. И как вы мне прикажете? Серьезно, они меня выдерживают? Ну ладно. Точно, это же будущее. Заткнись, кума! Ной, а Айкар подключался к узлу?
Насколько знаю, нет. Если доберешься, спросишь. Где? Это идти по ограблениям банка? Да. Она далеко от тебя, вообще в другом здании. Самое главное, это сам начал... А, я не задел ногами? Я вроде бы мог задеть. Ну, очень удобно, конечно, здесь сделали все для бегунов, чтобы они могли прям карабкаться. Очень крутое правительство и очень крутые архитекторы. Ай. Ну, это легко. Если я просто не знаю, для кого сделана была такая защита, для каких-то тупых, я не знаю, для каких-то жирных, которые паркурить не умеют. Просто... Так. Я чувствую, если я попадусь на один из них, то выбежит там не 4... Не... ...реагирует на какую-то бучу у торгового центра «Игрушка». Вряд ли это ты, но будь готова ко всему. Не 4, не 5, а я думаю... дофига. Нет. А как мне через это перепрыгнуть? Так? Реально так. А, все, я понял, куда мне нужно идти. И вот так. Ну все, это изи вообще. А что мне сделать-то надо? О, как там высоко вообще. Я думал, что эта комнатка маленькая. Подсобка, наверное, или еще что-то. О, как... А представьте, если бы в этой игре был бы RTX, либо он уже здесь есть. Это было бы красота просто. Что это за звук? Так, все тихо, стал спать. А, насрать, все равно никого здесь нету. Недавно был ремонт. Все, отключаем все это говно. Я на месте. Включаюсь. Готово. И все. А ты чего ждала? Можешь уходить, там рядом служебный лифт. О, круто. Все. Взаимодействуем и... Я в лифте. Спускаюсь вниз. Я горжусь тобой, Фейн. А вот... А вот это все... Это я все делала. Пластик. Это вообще пластик. Вот интересно, будет ли такая миссия, когда я прям вот в самой низе, в самом низе буду? Вот. Вдруг будет такая точка, куда я смогу прям в самый низ пойти. Я думаю, что нет. Потому что нету ограничений, чтобы не было... Это что? Там большой взрыв! Вот это жесть. А. Это у кого-то подгорел пукан. Крутые шутки. Я вижу. Это торговый центр «Игрушка» рванул. Черт. Крюгер всякой взрыва землю рыть будет. Какая это жопа просто. Нечем дышать, нечем уже дышать, я аж падаю просто от каждого метра падения. Ой, вы сейчас по мне будете палить, да, мистер? Вы по мне будете палить? Идите нафиг. Вы неужели пойдете с двух сторон? А,
ты бьешь женщину, вы бьете женщин. Они подожди, ну все, я сдохну сейчас. А, я вообще в самую жопу бежал. Мне нужно, короче, вот так пробежать. Я сам... Хорошо. Сейчас по мне стрелять будут. А, это, кажется, я просто смотрел на взрыв и не успел их там высадить. Я просто там дырка. Стреляйте по мне. Стреляйте. Я женщина, я женщина. По женщинам нельзя стрелять, ну только если вы мужчина. Да и вообще это нечестно. Я вот по трубе поднимаюсь. Я не могу от вас убить. Фу-фу-фу. Не надо. Не надо. Не стреляйте по мне. Не стреляйте. Не стреляйте. Пожалуйста, я хочу добраться целым и здоровым. Я вас прошу, пожалуйста, не надо, не надо, не надо. Мне все серое, мне все серое. Дом. А, это не дом еще. Дом близко. Где дом? А, там дом. Сюда. Так, вот так. Опа. Опа. Нет. Где я? Ой. Это что, у меня уже четвертое убежище получается, да? Пока что выглядит не... А, или я здесь... А, это где вот это? Пластик, да, ее зовут? Ну и что там? Там вся схема отражения. Все. И оно слишком сложное, чтобы быть просто надстройкой профилем. Ясно. Можешь Ноя вызвать? Могу. Ах, меня никто не смотрит. Пластик расшифровала носитель. Там полный чертеж отражения. А что на меня смотрит, дамочка? Я здесь оставлю. Хочу изучить чертеж. Оставь пока. До встречи, Фрейд. А можно я к роботу к этому пойду? А, господи. А, вот, спасибо, робот. Обосрался. Заткнись, Кума. Да. А! Он меня спалил. Не смотри на меня, я стесняюсь. Вот. А, компьютер. А там есть что-нибудь интересное? Нет? Ой, как много тут всего! О, уже 39. Я, наверное, не буду туда-сюда бегать, потому что это займет очень много времени. Я сначала все задачи пластика выполню. А потом всех остальных, там, птицеловый какого-то, блядь, старика. Я придумала. Ты дашь мне доступ в метасеть? Куда? В метасеть. Это часть сети, доступная только корпоративным силам. Там хранится и передается информация, которая слишком важна, чтобы светить ее в обычной сети. И как получить доступ? Я пометила уязвимые места в шифровании метасети. Если проникнешь в узловые точки, я их соединю и получу полный доступ. Вообще не понимаю, о чем. Я тоже. Отправляйся к отмеченным мной местам, а там я сама. Когда проникнешь на первую точку, протокол защиты тебя заблокирует. Тебе надо будет успеть к остальным точкам. Ну, теперь вроде понятно. Да, особенно мне. Фейд-то может быть все понятно, а вот мне ничего не понятно. Все тупой. Ай, я не сдохла. Мне кажется, или очень тупо здесь поставлена труба прямо на стекле, где стоят компьютеры, офисы, лампы, и прямо на них труба, прямо на стекле, нормально вообще.
Как вы мне... Это что еще? По-моему, я спиться не могу за это. Ладно. Мне сейчас вообще нет до этого. Я спешу. Мне нужно какие-то там точки что-то их захватить, что-то меня заблокирует. А, привет. Да, 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 да. А почему я их оттолкнула? Так, ну в ближнем бою они это просто полные нубяры. А вот этот уже нет. Этот, почему Фейт уже в этой части не может брать оружие? А если оно мне надо, например, чтобы их подстрелить? Так, здесь просто спамим, потому что это... Так, и теперь берем... А, сейчас за мной прилетят, да? Да, я угадал. Сейчас их высадят. И мне пизда. Да. Ой, а тут вертолет, как бы мне не нужна катсцена сейчас. Это очень не вовремя, хочу я вам сказать и сообщить. А я не буду стоять на месте, я буду бежать на меня. Хотя нет, я буду просто бежать без места. Опа-па-па-па. Идите нафиг. Идите нафиг от меня. Так. Я, наверное, спущусь, да? А здесь можно как-нибудь это сделать? Нет? А, все? О, я даже сейчас могу украсть. Он быстро летит. А, сосите. Yes. Миссия в миссии пройдена, это круто. О! А, я мог, короче, спуститься вот сюда сразу. Какое же убежище это по счету? А, никакое. А, мне кажется, ли поменялся ракурс камеры? Он, по-моему, по-другому был, да? Да. Вот, то есть раз дом получается, два дом, три дом. И четыре, у меня четыре всего убежища. Это круто. Прикиньте, сейчас пятый открою. А, ну в пятом это пластик живет, да? Пластик до сих пор ору с пластика. Это получается мой дом, да? А, мне нужно вот сюда. Хорошо, хорошечно. Ага. А, принять. А, просто вот эти штуки взять и захватить. Ой, ну это... Я вот так вот бегу. Я вот так прыгаю. Ну, все, понятно. Так, все, погнали. Да-да-да-да. Так, бегу, бегу, бегу. Бегу, бегу. Yes. Осталось всего чуть-чуть, и у меня будет доступ. Ага. Так вот что это за миссия получается. Скорее, скорее. Да вы издеваетесь. Последний? Да, я смогла, я крутая. Я обязательно выделю тебе часть денег, Фейт. Спасибо. Мужчине, а как бы насрать, что я что-то краду, да? Да? Мужчина, вам насрать? А вы будете что-то говорить? Я не знаю, если я там, скажем, делаю вот так. 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 Вам... Хорошо. Очень хорошие здесь люди, они очень терпеливые. В этом городе. А, это вся миссия? Уже 40... Быстро, кстати, здесь все летит. А это что? Даунтаун здесь есть. А что еще? Вот эта миссия есть здесь. А что вот эти флешки? А вот это.
То есть это доставка, а вот это получается, а где антенна? Хорошо, я буду выполнять только красным, потому что они самые основные. Так, вот я надеюсь, я в этом месте окажусь, поэтому бежим быстрее. Ой, но я все равно сломаю вентилятор. Потому что ночью сейчас как бы... Ну, сейчас, наверное, холодно, я так, ну, в 100% холоднее. А вентилятор будет еще охлаждать, и поэтому будет вдвое больше прохлад. Вот, а я как бы женщина, мне... Так, насрать, что я хотел сказать. Да ладно, только сейчас заметила. Родители погорели. Они говорили про Элизий, про то, что ты там украла. А, она чего опять? А, да, я просто не слышу, что вы сказали. Хотите мне реплики? Она знала моих родителей. Да, максималка стоит. Да, мы все были в общем, Ребекка навсегда выделялась. Верит, что изменит мир, разбитый мод Дэвис. Эйли, ей нужен был носитель амнистата. С чертежом. Так может отдать? Да, она считает так же опасно, как Габриэль Крюгер. Отражение вещь посерьезнее, чем говорит Эмулера. И этой женщине его лучше не давать. А я хотела отдать его добрым. Давайте мы сыграем, да, с ним? Я за нас. Пока. Пока. Эй. Что? Да ничего. Увидимся. А, что я хотел сказать, да? Сука, ничего мне не сказал. А то есть это просто для касцены, да, миссия была суд? А, нет. Куда? А что вообще происходит? Я просто зашел туда, чтобы просто запустил катсцену, а потом меня куда-то направили. Хорошо. Здесь так еще много выходов, всяких входов. Вообще дырявый очень дом, но зато он большой, и он как бы был самый главный. Но он падла дырявый. Так, я могу как-то рыть, нет? А, я в самую жопу бегу. Хреново. Получается, ну, если по моим расчетам, но ну, получится стрима 5, 6, 7 стримов максимум. Потому что у меня уже почти 50%. Не надо. Пропусти. Эй. Какая приятная неожиданность. Прости, нужно было прийти раньше. Что ты, ничего страшного. Ты ведь ничего не должна. Я вот как раз, у меня кое-что есть в уплату долга. Перестань. Мы 2 года не виделись, и при встрече сразу о долгах. Проходи. Так. Машины готовят безупречно. Но совершенство это скучно. Настоящая уникальность скрывается в изъянах. Поэтому я люблю иногда привнести что-то свое. Небольшой изъян. Он еще у тебя? Я думала... Что я его выброшу? Я хотел. Ты меня очень разозлила, Фрейд. Ну, ранее ты наш. Я бы даже сказал, ты в этом... Разозлила тебя. Вспомнить хотя бы, какой урон ты нанесла мистеру Крюгеру. Мистер Крюгер. В жажде крови бегущих. А, подождите, Крюгер, это же по-другому. Чертеж отражения. А, он у тебя с собой. Сейчас нет. Когда будет, тогда и обсудим твой долг. А сейчас... Я тебе тогда ничего не заплачу, иди разберемся куда подальше. Если ты не против. Ананси запоздали с платежами. Кому-то не достает небольшого изъяна. Ясно, поняла. Что нужно делать? Отправляйся к центру Ананси. Я все расскажу. Так, это тот самый Сбербанк, да? Ну, я его называю Сбербанком, да?
Как он выглядит? А, неужели это реально вот это самое? Это чтобы это вот это высоко, самое. Нужно снаряжение. Я тебе кое-что оставил в хранилище. И что это? Так, ну это мы знаем. Ну это в зоне активации. А что у меня все зависло? Ну закрылось. А, ну так оно у меня есть. Даже... Это поможет тебе забраться на анализе. Подожди, у меня что, ресетнулся, что, прогресс? Фух. Я обосрался. Так, это... Это, наверное, в зоне это. Уже день? Блядь. Серьезно, уже день? Как так быстро мог... я пришла, значит, ночью, а потом сразу же день. Можно вот так? Нет. И прям столбом. В голову. А это что? Ой, это он на окно чистит. Ну, прикольно. Возможно, стоит поужинать, когда уладим нашу сделку. Да, поужинать. Я приготовлю что-нибудь особенное. А у меня KFC есть. Я хочу, и я очень хочу есть. Поэтому после этой миссии, наверное, его закончу. Стрим. Я еще никак взять не могу. Не свои, поручили. А, меня по боку надо, да? Она продемонстрирует донати, что значит не платить долги. Входящее задание, ты а, здесь? Очень изящно. Ну я сейчас сдохну. Его в уплату вполне достаточно. А-а-а, все, я понял как. Ой, ты что-то говоришь? А теперь я вообще ничего не понимаю в сюжете, в сюжетах. Насморком. У тебя есть что-нибудь в этих комнатках? Нет, в них есть только отражение. Надо поесть телятину, Фейн. Ты пробовала телятину? Нет, не пробовала, она же не жила всю жизнь. Не попробовав этого мяса. Так, а что там внизу? А, потому что там пропасть. А, то есть я могла просто открывать дверь рукой? О, окей. Я скорее пообедаю с Габриэлем Крюгером. Так, и Катерил. Yes. Ай, это проникновение. Признаю, отражение меня интригует. Семьи рекламируют его, не жалея денег. Но никто не говорит, что же это на самом деле. А, вот только сейчас можно к ним, что ли, да? Ну пробел. Кью пробел. Я просто на эскейпе находится. И. Это она. Это в навыках оказывается. Оказывается, нужно приобретать специальные навыки, чтобы можно было разворачиваться. Это тупо. Вообще, вот вы любите прокачку персонажей, лично я? Нет. Вибры что? Огромный противовес, защищающий здание от землетрясений и ураганов. А, вы тут разговаривали? Он будет нашим орудием разрушения. А Нанси правда это заслужили? Ты передумала, Фейк. А? А Нанси не то, чтобы воины света. Куда ты? А что такая контрольная точка? Кстати, обратите внимание на отражение, здесь оно 2D, то есть типа там город, и здесь такое 2D все сделано, это такой спрайт там. Ну ладно. Прикольно, кстати, реализация. Пока что легко. Так, Фейт. Ты... А куда здесь, кстати? А, на лестнице. Ты это...
Не прыгай, а. Дора тупая. Она... Вот я прыгнул, а она вот туда... Фибиня куда-то прыгнула. Наконец-то. Все осталось, да? А, просто надо залезть. Так, это тоже проникновение. Так, я люблю проникновение. Это что, самое высокое, что ли, здание? Нет, это не самое высокое. Это что такое? Вот это здание. А я где? А, то есть вот это здание. Не, я хочу забраться на него. Ой, дрон. Оно отключено. Вот дерьмо. Подождите-ка. Вы же знаете, что когда я переворачиваюсь, я не делал кувырок. А может это будет в прокачке? Как вы думаете? Напишите в комментарии. Я обосрался. Потому что я просто залез, но она, оказывается, еще и подпрыгнула. То есть она находится здесь, да? Отлично, вот только... А, сюда. Опа-па-па. Ебо. Охуеть. О, я хочу туда залезть. Ну как мне тут... А. Ой, меня аж фризит. Ай. Так... Так как туда забраться? А, я мог просто так. А как мне забраться на вот эту штуку? Можете ли вы мне подсказать? А, дорогие разработчики, как... или можешь туда куда-то пойти? Хотя, а что там внизу? А, ну я не на первом этаже нахожусь. Точнее, практически на первом. А наверху... Там даже конца не видно наверху. Чтобы... Нет, там есть конец, но... Там еще конец. А, ну ты баш. Как мне на нее забраться вообще? Здесь отключены подсказки, это ж наглость. Ой, вообще меня спалят, да? Здесь нету ничего. Да, там же нету. Там закрыто все. Там все закрыто. Я не знаю банально, как попасть. А, по-моему, я понял, как? Я... Сейчас посмотрим. Что? Невидимая стена. Как мне попасть туда, вы можете мне сказать, сука? По любасу нужно как-то попасть сюда. А, хорошо. Наоборот. А, сюда. А, за этой. Вот вы хитрецы, конечно. Хитрожопые. Ну все. Сейчас на изах. Бля. Ой, она сейчас упадет, да? Здание. Так. Так, ну никто, естественно, не заметил, то как какая-то баба это. Я просто забываю это слово, как же я тупой. Перелетела с одной части на другую, всем насрать, да? Ну, круто. А так-то ку-ку-ку-ку.
вообще не понятно, как я прыгаю. Так, не всем интересно уже, я хочу сказать. Я полагаю, этот противогаситель нанесет большой ущерб. Ты полагаешь, а я могу это сломать? Оно летит, а бежим, бежим, бежим. А что сотрудники? Так я и думала. Я их эвакуирую. Она что-то неспокойным голосом говорит. Когда она перелетает там. Да, по воздуху хорошо. Так, ну здесь высоко уже. А, погодите-ка. То есть там. Подождите. Я тут кое-что не понял. Мне нужно понять геометрию. Как здесь все сделано? То есть. Там вода, да? Да, там вода. Кстати, а где самое высокое здание? Ну, по-моему, где-то. Короче. То есть. Это, по-моему, здесь кончается, да, или там? Я просто не понимаю. Я и понимаю. Какие строительные... крутое здание! Это стекло, я думал, что здесь нету ничего. Я научился делать кувырки! Пацаны, Фейт научился делать кувырки. Как круто! То есть, в первой части... Кстати, а это сиквел или приквел? Я хочу узнать. Ковры какие-то здесь. Мне, по-моему, нужно наверх, если я не ошибаюсь. Как это круто, Фейт научил. То есть, как я понял, каталист это... у меня в носу, сука, всё. То есть, это сиквел, да, получается, к первой части. Почему тогда она не умеет... кувыркаться во второй части, нужно прокачать ее, чтобы она это умела делать. Я вот это не понимаю. Так, мне это сломать надо, да? Ой, пожар. Можно мне вверх, да? О, мы идем вверх, поднимаемся. Покажите мне самое высокое здание. Там даже конец не видно еще, представляете? То есть вот это. Что не на самом верху? Не обязательно это делать. Чертежа в уплату более чем достаточно. Я все равно это сделаю. Вот это здание. А тут в два раза выше. Почти в два раза. У меня сколько FPS, кстати? И все сотрудники вышли из здания. 30 FPS, нормально. Вот вам тоже чем-то GTA напоминает? Она высокая. Есть повыше, да, то есть вот эти. Там, извините. То есть почти весь город открыл. Как сказать весь город? Здесь просто его даже меньше половины. Насрать. Когда? Круто, круто. 2 года назад. Вы знаете, я просто хочу сохраниться и просто, блядь, упасть. Я даже прям сейчас упаду. Прыгаем. Надо было до конца долечу. Это неинтересно. Потому что я так буду лететь до бесконечности. Тут я возьму. Я, наверное, в полете обосралась и сдохла, да, как я понял. Хорошо, я вас понял. Так, эту миссию я обязательно пройду. Знаете, мне эта миссия даже больше нравится, чем Сбербанк. Когда я в него проникал. Интересно, я? А это кран, что ли? Не будешь? Я просто, знаете, я лучше спущусь, чтобы не упасть. Охуеть. Так, где? А есть здание выше? Да, то есть, как я понял, это вот эти, да? Да, это вот эти. Вот это причем.
И здесь еще как... Ну да, наверное, повыше будет. Если вот смотреть так издалека, то... То они одинаковые примерно размеры. Пиздец. И это ж... Вы знаете, если бы в VR-очки играть? Сергей Трейсер просто сосет. Кстати, вы помните его? Я его помню, по-моему, 2016 года, когда он... Руфер. Я на вершине. Где этот вибротушитель? Должен быть прямо. А мне самому, знаете, мне самому страшно, я смотрю сейчас на монитор. Почему ты не сказал, что это огромный маятник? Потому что все можно называть правильно. Теперь тебе надо его сместить. Там должны быть три опорных захвата. Раскрой их. Это вам не GTA 5. Не, эта игра интереснее, чем GTA 5, я хочу сказать. Конечно, мир не такой... Мне нужно спешить? О, мне нужно спешить! Куда? Куда? Сюда, да. Я бегу сюда. Вот будет, знаете, будет очень плохо, если не найдется ноуклип для этой игры. Она опускается! Бежим! А, я не сюда. Ну блин, вот... Фей, ты такое здание начинаешь разрушать, это вообще... Ведь это было бы круто, если бы это здание, оно и начало, блядь, разрушаться. А подождите, а зачем я его разрушаю? Да, мне обед грустит с головой, это вообще... А я... Кстати, у меня есть вопрос, а я побываю в этих... Я, кстати, раньше, я думал, когда смотрел, я думал, что это здание не строится, оказывается, это оно строится, так, представляете? Я нахожусь где-то здесь. А можно мне вот прям на самый верх подняться? Так, мне надо, как я помню, я поднимаюсь на самый верх. Что она вообще говорит? Я просто не слушаю. А тут это... Наслаждаюсь миссией просто. А, эта хуйня, она не поддерживает. И он тут по всем этажам попал. Эта штука все здание пробила. Я не... Как задумано. А нам все от этого не скоро оправить. Ну зачем такое здание разрушать? Хорошо, сейчас потом... А представьте, вот сейчас оно все вот так вот рухнет, потом оно заденет одну несущую стенку, например, вот эту. И это, блядь, хуйня. Она, блядь, упадет и просто сюда, и будет пиздец огромный. А мне куда вообще надо? А... Ой, все трясется. Нет, не нравится. А можно посмотреть, как там все? Ну блин, вы все затуманили. Вы все затуманили. Вот разрабы сволочи. Представляете? Взяли и просто все затуманили. Все здание. Хотя, знаете, я хочу прыгнуть туда. Бля, просто ничего не видно становится. Просто что там. Так, теперь нужно убегать, чтобы мне не дали пизды, чтобы не упало здание. А те, кто мне дали пизды, они сдохнут, да? Как я понял. А, я на лифт иду, да? Ай, я... Ну, блин, я так хотел на вершину подняться. Похуй. Я потом, когда пройду игру, я без... прям в мусор. Да, мне нужно будет помыться сегодня. А у нас же там душа нету. Ой, как быстро. Я вот, знаете, я очень хочу побывать вот в этом здании.
Все-таки, как вы видите, эта картинка, она выглядит намного лучше, чем у той миссии, да? Так, ну я в самый низ, да, спускаюсь? Бля, я потому что я сейчас упаду. Вот, так что я буду теперь судить по картинкам. Я раньше шутил по рофлу, но сейчас реально по картинке можно определить, какая миссия будет крутая, а какая полное говно. У тебя же рука вот эта. Я сообщу тебе насчет чертежа. И тогда, возможно, мы обсудим.